Все, собаки пошли на кухню. Алиса теперь полчаса будет прятать. Я попытаюсь ее найти. Это развлекуха, как всегда. Я ей специально оставляю такие куски, которые она будет ныкать. Слишком большой. Она не может все забрать сразу. Не может. Все. У лисицы дела. Вот разминка утренняя. Берешь кусок здоровый и побегай с ним полчаса и час, покопай землю. Ну, либо снег. Снег тоже достаточно жесткий. Да. Эх, пускай развлекается. Оп. Да, пошли. Пойдем на кухню. Но теперь она хочет побыть одна. Да? Поваляться хочешь? Самый главный секрет сосуществования – это, как это говорится, не перегибать палку, чтобы время совместного пребывания было ограничено. Это, в принципе, не только с лисами работает, но и с людьми, наверное, тоже. Ну что, хвосты, вам холодно, что ли? Вы пришли. Пойдемте на улицу. А, на улице уже вот пришла лиса. Да, привет, тебе тоже. Какие у тебя планы, Алиса? Все рассказывает. Во. Идешь? Нет, я дверь закрываю. Ой, привет, привет. Ты какая? И белый сразу погладится. Так, что там в горшке у тебя?
Хотя бы сейчас лапы будут не черные. А то лазит по всей кухне, все черное. Удивительное дело, прошло 4 года, и Алиса начала давать гладиться на кухне. То есть вот уже я замечаю в течение месяца, то есть она подходит, садится, и раньше гладиться на кухне не давалось. Сейчас что-то изменилось в ее мировоззрении. За ушами, за ушами. Самый лучший вариант. Вот. И даже не скрипит. Да? А, не скрипит, но покусать может. Что там? Как же твой камень без тебя, красотка? Все надо найти, раскопать. Как хорошо, когда есть заначки. Я знаю, что Алиса делает, почему ей нравятся орехи в скорлупе. Орехи в скорлупе, они не сухие. Ей не нравятся сухие орехи. Она сейчас выдержала орехи под снегом. Они стали не... Это как его? Вон кто-то звонит. Они стали не, соответственно, сухими. И теперь можно, исходя из этого, их поесть. Вот практичная дама. А камень твой? Ну, посмотрите на камень. Следы лисьих лап. Причем не только на этом камне, сидит на всех камнях. Она по очереди. То тут сидит, то тут сидит, то там сидит, то там сидит. Везде есть лисьи следы. Такие утренние умывания. Ну да, вы спрашиваете, почему леса чистая и ухоженная? Она за собой следит.